В Харькове десятки людей в камуфляжной форме и масках напали на дом экс-губернатора Харьковской области, ныне депутата Верховной Рады Украины от оппозиционного блока Михаила Добкина. Нападавшие вывели из строя камеру видеонаблюдения, бросали через ограждение петарды и изрисовали стены граффити. Добкина и мэра города Геннадия Кернеса националистические движения обвиняют в поддержке пророссийских сепаратистов Донбасса. Самого Добкина в доме не было, но он заявил, что у участников акции на одежде была символика батальона «Азов». Депутат, который надеется на регистрацию ячейки своей партии в Харькове, назвал акцию устрашающей и сказал, что увезет свою семью с Украины. После нападения на дом Добкина около 200 человек в масках ворвались в здание горсовета Харькова. Там произошли столкновения с милицией, в результате которых пострадал один сотрудник правоохранительных органов.